Всем привет, это не Патриаршая в Москве, нет, это Алматы. Вот такой интересный район с такими интересными домами. Ну, это жилые комплексы, все они, конечно, новые современные постройки, но тем не менее они напоминают такие архитектурные ансамбли, как, к примеру, гостиница «Континенталь». Ну или какие-то современные здания тоже здесь вкраплены. Да, я в Алмате. И уже здесь нахожусь 1.5 месяца. Да, я уже сбился со счета, время здесь останавливается. Здесь все по правилам. Вот. Ну здесь прикольно, здесь есть горы, самое главное. Не знаю, как насчет гражданского общества, я еще не установил. Но, тем не менее, здесь весело и дружелюбно. Здесь у меня проект, который я уже запланировал с 30 сентября. И его реализую. Если вам интересно, что это за проект, пишите в комментариях. Постараемся ответить. Все, ребят, мало времени, поэтому такие коротыши буду записывать. Некогда монтировать, будет все одним дублем, как в старые добрые времена. Всем спасибо за внимание, всем пока.